праздником чистый четверг сегодня. Мы традиционно в офисе 1580 узнаем, что хорошего и плохого произошло за прошедшие сутки. Доброе утро, Сергей. Доброе утро. Расскажите, какие события были? За прошедшие сутки у нас поступила информация о трех чрезвычайных происшествиях. Ну, еще четвертое по Анатолия Кукубы, 41 подъезд, третий. Уточнили информацию по тому пожару, что вчера рассказывал. В принципе, пожарная служба смогла спасти две квартиры, которые, когда мусор загорелся, строительные, такие в подъезде. Каким образом он загорелся, неизвестно? Ну, я думаю, что, возможно, кто-то или бычок кинул, да. Ну, просто так бы оно в подъезде не загорелось, аж явно не на улице, наше неосторожное положение с ванным. И о чрезвычайных происшествиях. На Шевченко 19 женщина умерла в карете скорой помощи, была онкобольная, не успели врачи довести ее до больницы. На Курчатова 15, средняя школа номер 30, найден подозрительный пакет, выезжали МЧСники, проверяли, информация не подтвердилась. И на Европейской 101, это в районе 4-й поликлиники на улице Европейской, был сбит ребенок, 10 лет, доставлен в больницу, ну, травмы не серьезные, сбит он был троллейбусом. Троллейбус. Это вчера, да? Вчера, да. По нашим коммунальным службам, у нас добавился за вчерашние сутки еще один дом по газу по отключению Небесной сотни 116, по стояку квартиры 35 обнаружен выток газа. Буду же опять стараться попасть в каждую квартиру, чтобы найти этот выток. Итого у нас по Полтаву газу остаются три дома, которые отключены. Это Великотерновская 20, Евгения Сверстюка 21 и Небесная сотня 116. Великотерновская вообще еще с первого месяца этого года. Да, но Европейскую уже включили. Я так понимаю, что есть какие-то продвижения, которые, что там была проблема с магазином Фокстрот, которые оборвали трубу. Так понял, что уже какие-то юридические нюансы уважили, что Полтава газ включает. Ну, пока с Великотерновской пока еще нет информации. И по погоде на сегодня обещают нам днем 14-16 градусов без осадков. Погода сопутствует, поэтому в чистый четверг будем проводить массовые мероприятия. Сегодня как депутат я буду проводить в кадетском корпусе. Не в самом, а на близлежащей территории. Поэтому, сзади, да, получается? Да, пользуясь случаем, приглашаю людей, которые хотят поучаствовать. Приходите, делайте чистый четверг чистым не только для себя, а и для города вашего любимого. Если это все, да, все, да. Я понимаю. Всем хорошего настроения, ну и до завтра. До свидания.